Нью-Йорке умер самый пожилой житель планеты. Александру Имичу было 111 лет и 124 дня. В апреле этого года он вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Имич – известный химик и автор книги о парапсихологии, родился 4 февраля 1903 года в Польше. Свое долголетие мужчина объяснял тем, что он занимался спортом, воздерживался от алкоголя и соблюдал диету на основе блюд из курицы и рыбы. Теперь звание самого пожилого мужчины на планете переходит к 111-летнему японцу Сакари Мамое. Он младше американцев всего на один день.